ХПшки больше будет. Так, и вот ассистов пока всем дам, если кто-то будет перезаходить на каких-то других персов, там, смотрите. Так, что это получается? Ой-ой-ой. Глеб, ты хилить будешь или ты пойдешь в ретрике? Ну, подамажил бы, с удовольствием, конечно. Ну, значит, тогда... Алло. Рома, сорян, ебашишь, хилишь. Но у нас-то хилов-то по факту и так? Ведь если... Рома, давай 3 хилов за глаза. Ну, не знаю, не знаю. Когда звездочеты начинают долбить, там, блядь, рейд падает. Сложность менять не надо. Все, там все вышли, да, сейчас я... Поменялось, посмотрите. Ну, решайте тогда сами. Ну, могу похилить, мне пофиг, типа, Рома, если хочешь. Консул лут, Герус. Консул лут, ждешь. Консул лут, ждешь. Услышал? Ждешь. Вот. Ты на лича только зашел. У тебя, ну, не было до лича, когда рейд проносил. Тебя, по-моему, не было. Правильно я говорю? Или был? Я не помню, блядь. Кто? Был? Не поменялось слово. А, ну тогда, значит, выйти надо с инста сначала посмотреть, что в инсте, да, никого нету. Целка, может, что-то еще есть там. Давай посмотрим. Я по гильдии посмотрю сейчас. Да ладно, ты спекнешь. Я пока в ретрика прыгну, чтобы не бегать по чарам. Если будет жопа, спекнусь хила, да и все. Поменялось? Да. Все, сейчас это самое. Глядите. Да, для гильдии. Фул гильдейский. У меня 0 воронок. Ну, в смысле, мне этот холидринг отдал 5 воронок, которые у него были. Теперь они у меня. Ну, в смысле... Там 4 уже за этого, ну, блядь, занят. Это да. Ну, в приоритете то, что Лёхи мы знаем. У него грудак, да, по-моему, с этого, с Келли остался. Сейчас, нахуй, быстренько 7, блядь. Так. Я вроде считал на калькуляторе, что это получается. Но пока он не упадет, короче, мне воронки не давайте. А что ты боишься, это проебешь? Продам. Я понял, блин. Да не, профитнее кому-нибудь другому тогда открывать просто. 121 же на посох чарка СПД, 121 или сколько? Да. Да. Плюс 121. А зачем тебе на посох? Ты же, блядь, на теренос. Не, я просто считаю, сколько у меня сейчас, типа. Ну, я помню, считал, на сотку точно должно быть больше с тереносом. Одноручка, короче. У тебя, и... ты теряешь в крите в скорости, ну, в статах, но получаешь в СПД. Если это... ты берешь оффхенд и мэдхенд за место посоха. Мне это все похую, я... СПД для меня важнее. Он не теряет, не должен терять, наоборот, больше. Но оффхенд и мэдхенд дают больше СПД. А, они наоборот, наверное, да, дают больше... Они дают где больше, и крит, и скорость больше. Не, ну там за счет гемов и чартки еще надо смотреть. Ну да, не. То есть в посохе будет на гема больше, на один или на два. Да. И чарка у него дает на 30 СПД больше. Кто-то из локов есть уже, нет? Я, короче, придумал, нахуй. Я себе просто возьму скорость, меткость оффхенд с этим, с красной дыркой, и просто буду вообще красавчиком, нахуй. А эту хуйню положу, пускай чилит. Это вообще топовый оффхенд, я считаю. Можно, если что, Слава, слышишь, запулить по сифе и мне по 2 куска на сурвов. Там сейчас что-то неадекватное. Пока это работает, можно попробовать. Пара нет. Ну, их в любом случае же нам открывают, так что... А у вас есть, да, уже по 2 куска же? Да. Парни, алло. Мне съебать надо. Ну съебывай, хули раз надо, чем мы тебя будем останавливать, что ли? Хули поделать, надо так надо. Реальная жизнь важнее. Ебать, что? Да послезавтра получается, мне завтра не будет. Хуёво, очень хуёво. Ну да. Неудобно. Вообще никак, что ли, ничего? Да бля, вот у меня любой следующий день, вот кроме воскресенья. У меня завтра попойка жесткая. Не, понял. Подожди, как это попойка жесткая, а понедельник-то работа, ну? В понедельник я работаем, собираюсь кормили. Силами, блядь, еле просыпаюсь. Когда это вообще кого-то останавливало? Понедельник, продолжение попойки. К тому же 1 мая будет. Может, ну я, конечно, не буду просить переносить нихуя, но, в общем, просто скажу, что в любой другой день я буду. Вот. Все, давайте, счастливо. Да, давай, счастливо тебе отдохнуть. Такс. Слушай, ну, блядь, кайф. ШПшника. И этого апну одновременно. Вы летите, у нас лока нету, активней.
Всем хорош приз, что у него на 2 спека апается сразу все. И то еще с ногом на лока зайду. Но... Так, теперь чарочку. Чарочка мне есть, нет? Хуя я с этим посохом распрощался, охуеть. Я его распылю просто сейчас нахуй. На, нахуй, тварь. Сдохни. Ты Ренеску там пылишь уже? Не, я посох распылил. Эй, бать. Сейчас диск и откат. С него осколки бездны высыпались, блядь. Пиздец, кринж. Когда-нибудь увижу я эту черенаску. А что должно? Ты распылил, короче, себе в убыток. Да? Надо было продать, ну, просто его. Сука. Сколько он там, 30 голда стоит? А осколок 4 голда или что-то около того? Да, для оружия 94 СПД, да, идет для одноручки? Да. Угу. Так. Да. Все, блин, нормально. Нихуя, сейчас я, блин, просто посчитаю, сколько это. 1019 у меня было, сейчас я сложу, сколько это у меня. Сотка с чем-то там точно есть. Ну-ка, куркулятор открываем. Так у тебя пуха, блядь, стала этим левелом больше. Конечно, у тебя прирост СПД в любом случае идет. Так, и 110. Сука, 1181 нахуй. Ну-ка, минус 1019. 162 СПД, ебать, это такой буст нахуй. Просто бомба. Ну все, я полетел. Ребят, а у кого есть воронка на продажу одна? Нет. Сомнительная хуйня воронки продавать, они сейчас очень нужны. Mm-hmm. Ну, согласен, согласен. Да в башку мету вставить нормально. Нахуй, не торопись, сейчас это не сыграет никакой роли. Т4 лучше не вставлять. Да почему? Ну, почему? Если у кого-то нонсет, то можно? Нет, он просто когда Т5 оденет 4 штуки, даже без головы нонсетом. Когда? Т10 пойдет. Я Т4-2 хожу полгода уже. Сейчас до Т5, учитывая все очереди, ходить еще, мне кажется, столько же, если не больше. А Рарник куда делся? Почему Рарник ушел? Почему у тебя там приора нормально? Ты можешь, кстати, залутать уже скоро первый токен Т5. Потом это, я вам там хочу такие новости сказать, блять. Лока нету? Лока нету. Либо... Может, у кого-то твин есть? Где призом там? Есть кто-нибудь твинком локом? У меня есть твин лок, но он прям голый. Какого-то бы, я не знаю. У меня есть лок. У Авелани есть. Ну, в принципе... Так, я могу похилить, у меня-то хпал есть, я могу похилить. Ну, давай, давай, зайди на лока, нахуй, потому что, блядь, чуть что где-то надо сумонить, когда там падать будем. Да и да, вообще лок нужен на этом фарме, вот Морданту сюда. Вот мы пятая пати похилим. Давай, зайдешь? Да-да-да, я... А ты заломаешь, будь на этом, у нас вон пятая пати есть хилы. А, оставаться на элемент? Я уже просто... Ну, оставайся. Хук. Давайте, все, он зайдет, ты зайдешь, да, короче? Зайдешь? Да, да, да. Короче, сам прилетишь, а мы начинаем пока. Угу. А почему вы не в инсте? Залетайте все в инст. Кто там? Залетайте. Ну, там останьтесь два тела при сумонте лока. Да он сам долетит. Мы пока этот коридор прочистим, он долетит уже. Залетайте как в инст. Но... Залетайте, мы тут начинаем, короче. Тут 20 тел есть в инсте, все, поехали. Ну вот, заебись, как раз. Ой, блядь. У меня щит куда-то пропал, нахуй. Два часа до конца РТ. А почему щит у меня пропал с панели? Кто знает? Может, это в ШП? Нет. Может быть. ДЦ-шный вот этот почему-то пропал. Блять, надо пойти котел включить, что-то холодно. Зачем он может пропадать, нахуй? Ну да, что-то у нас похолодало тоже. Там у нас два дня дожди, он идут, блять, уже... Похолодало, придется пойти включить это. Джанди, залетайте сюда. Так а что, может кто-то по домашней хочет? Он Рома там может на сову пускай. О, забит, спасибо за сумон. Я похилил. Имбова. Надо еще повсумонить. Смотрите сами, просто главное, чтобы это не вайпануло рейд. И без АФК, без всяких. Вот Хук, Мэдфокс, давайте в инст, где вы там, блядь? Они суманили меня. Нормально. Ну все, залетайте. О, будет хоть 500 СПД от тебя. Да? Давай, этот самый,
кто там? Кирус, давай Иннер по войду. Вара, контролем фигнул. Ну так вот, по ходу дела, прям Иннерки раздаем. А, кстати говоря, что у нас? Тут нихуя себе. Да, блять, игра за приста, конечно, превращается в этот... В однокнопочную амебу. Ну, блять, пиздец, тыкаешь одну кнопку, нахуй. Ну, ты хоть по трэшу лутай, там, шмотки, там, все дела. А групповой поставил? А. У меня вопрос, вот эти банки, которые за репу, за пределе, они используют только в оке или в ЗС тоже? Ока, ЗС. ЗС. И черный храм, там... Афроамериканский ты имел в виду храм? И джал. Ну я понял, это типа БКшная рейда, я понял. Это про что ты говоришь? Воронки типа? Рецепты? Ну да, рецепты были тогда 70-х шмоток. Хуёвые. Такие как с ДС, блять, или с рунических сфер, или сфер рыцаря. Это а такая же рега. Надо прийти репов качать, блять, то у меня 50 знаков этих элидарий, блять. Фернул в мелизону, сори, блять. Кстати говоря, некоторые шмотки прям неплохие были. Как он называется? Когда Накс закончился, и мы выбивали вот эти рецепты, все с ульды, там потом с ИВК. Некоторые шмотки были такие неплохие. Но большинство так моча, типа крит, дух, там вот эта вся хуйня там. Крит, МП5. А чё Джандис просто АФК ушел? Почему так вообще? Мне интересно. Он записал, такая... если я не ошибаюсь. Мне интересна такая позиция. Я хочу то, хочу это, взял, АФК ушел. Нормально, блядь, на воронку фарм ходим. А чё, Юлю не прохилили? Не знаю, я просто когда кикнул, там немножко нарушилась меня. Панельки переместились местами. Ой-ой, блядь. Ну от вихря надо отбегать, вот чисто есть такой маршал, нахуй. Ну вам-то похуй, да? Я так понял. Маршал, они нахуй. Они там в одном надо... месте стоят, блядь. А что в другом? Вы убегаете-то далеко так? Как же дед душит? Чем вы данных но. Убегаете, люди? Так а как я душу? Ну, не, блядь, понимаешь, я, ну, если бы я не говорил это, было бы не дед уже, нахуй. Была бы другая. Так я говорю, слышишь? Давай, он Рома вышел, я зайду похиливать. Да заходи, если тебе прижало. У нас лок есть, присумоним тебя чуть-чуть. Там но. Что-то просто впадло на элемент. Сейчас вот кнопки тыкать. Там, тем более, кстати, я в трэше немного даю, поэтому... Будет профитнее, если я зайду по хилю. Так, это, стойте, стойте, мы с вами договаривались, съебитесь. Кто, сука, не знает, как бегать, уйдите нахуй оттуда, не идите туда, блять. Лок, лок, нахуй, пробегай. И кто уверен, что они не сагрят мобов? Остальные съебите. Куда ты, блять, побежал? Кто это? А, ты в визе. Не сагрите, нахуй, не идите туда. Сейчас лок суманет туда нас, нахуй. Не идите, блять. Кто сагрят псисова? Там мы пизда. С тапками вон кто туда с беготней, скоростью, блять. Вот они сейчас сами еще спулят, блять. Ныкайтесь в нычку. Сука. Здесь, короче, 4 тела есть. Все, для сумона хватит. Лока нам просто сюда сейчас запустите. Сейчас он подойдет, там пролетят мобы. Там, блять, еще этот летит, еще за ним один летит. Ой, в пизду. Лучше переждать. Лучше переждать, конечно. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Засел за словари, на совести на страх. Но что и до того, она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Нихуя ты, ой. Приедет, я скажу, по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что и до того, она уже в Иране, не... и как там дальше? Я понял, что я за ней, понятен, конечно, не успею. Буду я всю жизнь иранский я учить. Не-не-не, такого не было. А не пиздишь ли ты часом? А почему я вспомнил, это что-то Авеланя пизданул, я вспомнил текст. Авеланя, а что ты пизданул? Я же сам забыл, блядь. Все, всех присмотрели. Заебись, хорош. И там еще есть что-то про шахматы, ебать, угарная хуйня. АЕК, блядь, АФК что ли? Принимаете, сумнул. Сумон ему кинул.
Можно бафчики там, касочку все дела? Я раскидываю касочку. Не, про иранский язык там не было речи. И в Иране это все... имеется в виду в Иране. Всем, всем по каске нахуй. Песня называется «Она была в Париже». Она потом убежалась. О, кто откидывает, блядь? Не знаю. Не откидывайте. Какая Элем. Сова? Какая сова? Ну я единственная сова. А, ну Мэтт Фокс еще, да? Такого. Элем еще есть. Да, это Неаполитан, небось, играется. До сих пор символ не закинул. Неаполитан-то ты? Блядь, говорили, представь символ. Бидон, наверное? Нихуя? Нихуя? Друг на друга. Ошалел, блядь. Хелия, блядь, бидон. Бидон? Прекращай давай. Нихуя, я говорю, слушай. Нихуя. О, спасибо, что пизды дали. Копал, это не разве. Да всегда пожалуйста. Ну. Приходи на ТТГ в следующий раз, блядь, там пизды тебе дам, блядь. Ты где фармишь такой, а вой для приходи тебе пизды дает. Нормально. Потом не плачем, гейчат. Рома, заходи на сову, Рома, на сову заходи, на сову заходи, на сову заходи. Будешь дамажить. Какая замена, нахуй? Нету, замена ИП не будет получать, нахуй. Забудьте, нахуй, эту хуйню. Либо работать сюда в рейд идем, нахуй. Мы фармим воронки людям. Не хотите с людьми играть, я говорю, вон, магазин в помощь. Да, все правильно. Надо мы так относиться, ворон... нахуй, к игре, блядь. Мы сюда пошли все работать вместе, чтобы у нас рейд улучшался, а не то, что я там на замене, нахуй. Не будет такого, блядь. Не получите... Вы не получите ИП, блядь. После этой пачки рез 7 хилов. 2 хила лежит. Один. Либо идем сюда, блядь, либо я сейчас просто людям начислю, а остальные, кого сейчас нет в рейде, не получат нихуя. А зачем агрессия? Я отписал, что здесь полная тишина, игнор ничего нет, ничего. Ну так ты АФК просто ушел. Ты АФК да, ушел, я зачем? Тебя... Воронку отказываю. Ну, отписал, что я отошел покурить. Ну вот, подходи, никакой замены не будет. Ну я подошел, я сказал, что ну, все, заходи. Все, заходи в рейд. Я, наверное, после первого часа пойду пюрешечки сделаю, что жрать хочется. Джандис, ты ж на сову зайди. Да, Ром, на сову заходи. Там Зирелла зашел хапалом. Я не знаю, о чем вы там договаривались, ну зашел и зашел. Эту хуйню, это самое, роти там по 300 голды все стоит. На воронку буду лут ставить. 30. Там 300 или 400, я смотрю, поезд стоит. На кого по 100, блин, 50 сегодня уходили? Кого они не продаются за такую цену? Проще пылить, нахуй. У воронки тоже пылим, кстати. Ну, кстати, да. Где она, нахуй? Отойдите, блядь. Если б можно было. Будет такой, отойдите, дайте, блядь, пролезть. Ёбаный в рот, блядь. Вот, в моем мобе можешь тыкнуть на меня. Цену. Тыкай в него. Да мы отказываться будем от воронки. Да просто да, блин, мозги не ебал. Нить ее, а мы будем все отказываться. Отойдите, дайте посмотреть, блядь. Я только спросить. Очень смешно, нахуй. Ну, ебать. Я до сих пор не нашел ее, нахуй. Блять, вы. Ты нам не доверяешь? Нет, да хули. Сделает просто ответственного человека. Он лингер, да, пускай будет. Второй, блядь, кто лутает, блядь, потом скинетесь, нахуй. Короче, ладно, подожду, пока вы уйдете отсюда, блядь. Отойдите, бля, не вижу, где воронка, нахуй. Не могу тыкнуть даже. Уйдите с воронки. Дайте деду воронку найти. Вот она, вот, смотри. Все, я нашел. О, нашел. Ура, грац. О, мордаун-то отдал вместо себя, нахуй. Опа. Пиздец. Что упало, говорит, не сумку, то пропало. Да, тут где сова стоит, забрал. Нет, там воронка есть. Ну, лежит ага. В теле. Где там еще, в смысле, в коридоре есть? Ну, там две их выпало. Не, у меня одна сумка, одна мордаун. Ну, я не знаю, тут пока в теле лежит. А-а-а. Мордаун, ты тут? Смотри, он ушел нахуй АФК, блядь. Все, пиздец. Пиздец, нахуй. Проебал воронку, получается. Ну вот с такой хуйней нахуй, вот и ставь лут, блядь, чтобы, блядь, люди вот такую хуйню делали, нахуй. Эй, блядь. Где, нахуй, не вижу. А вот она. О, большой. Кого у вас агрели? А кто страфолт нажал там или что там? Ну вот бейте, хули. Так, или как бейте. Его можно было сагрить?
Ты что, у Эламаунта учишься? А, ты холиприст, нахуй. Давай воронку. Блядь, не успел. Это получается, у кого-то уже кусок можно будет открыть один. Где в роботе лежит? А, вот увидел. Ой, там еще одна воронка была. Где? Вот тут, где квадрат стоит. Вот тут, где квадрат стоит, забрал. Сколько, Слава? А? 3, по-моему, или 4? 4. Не выходите туда, все же знают, да, Глебыч? Давай я... думал, повозить. Ну, глазишь. Кстати, машинку эту пофиксили, блядь, эту игрушку ебучую, обидно. Как, ты просто подходишь, типа, к ним между них? Да, ты просто глазиком там между ними. Подходи, и вроде как что-то то ли от меня. Кресты бафните. Да, все, бегут. Бегут? Сейчас будет бой. Кто ж сейчас кастанул? Снял стан силы. Ты можешь вести сразу следующую пачку. Да, я полетел. В глазе. Шоколадном. Нихуя. Чё, ты поставь это другую слово, не проще? Да ставь, ты будем отказываться, ёбан. Да, я тоже так уже поставил один раз. Да кикнем. Блять, ну увидят, кто не отказался. Блядь, к тому же все свои, блядь, ёбаный в рот, блядь. Просто ГП въебёшь, нахуй, 300. 300, нихуя. А чё? Ну а чё, блядь, если он не понимает? А чё, мордаун сролил или чё? Да нет, он не ролил. Я закинул, он там со мной в одной группе просто. Ты просто заебешься в одного сейчас этих мобов всех клацать. Ну да, я знаю, блядь. Надо считывать тоже. Вот именно. Блядь, ебаный глаз. За хуйня. Шоколадный? Я не пиздец, знаю, блядь, расшоколадился. Я диспылю, только он у меня сбивается просто, когда я пролетаю через АУЕ урон. Ща придут. В туре, блядь, этих мобов лутаешь, всякой залупы налутаешь себе в карман, нахуй. Ты, блядь, ебанины всей. Да-да-да, вот этой вот. ХЗ просто берешь и через shift просто всего моба лутаешь. Всех рядом. У меня стоит авто. Ты дело похуй. Дело в том, что у меня сумка, нахуй, не бесконечная. Хорошо, когда стоит. Это вообще охуенно. А чё воронки на... Потому что у меня не получается их нормально привести. 30 воронка. Пиздец, да. Вообще, нахуй, чё так дорого? Вот у меня сейчас 5 вороночек есть. Я вот думаю, блядь, так манит продать. Хоть бы упали, я не знаю, 1000 до 15. Пиздец, дорого. Я могу купить у тебя. Я тоже могу купить. 15. У кого? Да там кто-то хвастается. Я? Ну да, я. Блин, блядь, если кто-то по 15 продает, это покупайте, нахуй. Я вам лучше 15 тысяч с ГБ дам, нахуй. Я сомневаюсь, что... Где таких лохов найти, блядь, которые по 15 тысяч... Нормально придет, вы там, массакров давите. Хотя, ну, я не... Как они будут? Максимум, вот, что я смог... Джандис, где стоишь, я тебя не могу считывать. Выйди в проход куда-то. Слышал, Заханыч? Ща мобы придут, когда вот пачка, массакру выдавишь. Да. Считаем. Стойте на проходе, чтобы вас я с прохода доставал до свешников. Дебили там? Дебилы? Кто дебил? Да дебили, не дебилы, блядь. Доведи нормально. Чего дебилы сразу? Ну послышалось, я бы. Я понял, нахуй. Ну, видишь, послышалось. Максимум, которую цену я мог сбить, но выторговать, это 26 500.
Меньше 20 тысяч. Ну, 25 можно. Ой, ну 20 это... Я пытался вот, ну, 25, там, типа, давай я до тебя... 4 штуки по 25, не, нихуя, давай, по 26 500. Я по 25. Я и по 20 покупал, но это когда они вот падают. Блять, шоколадный глаз. Что-то ты сегодня за шоколадный глаз слишком часто говоришь, да? Голодный, может. Зелёный, блять. Видимо, беспокоит его шоколадный глаз. Блять, я выйду с этой хуйни ебаной. Блять, я только здесь. Эсботская травма с шоколадным глазом? Нихуя. Это какая такая травма, блять? На каком таком производстве, нихуя? Повредили шоколадный глаз, блядь. Нарушили целостность, не буду. Шоколадного глаза. Целостность. Да, сейчас будет. Мне кажется, там опять на Ютубе нахуй скажет, это видео, блядь, пиздец, говорит, заблокировано, нахуй. Это для 18+. Нахуй. А кстати, прошлое видео, которое было, я, ну, по-моему, последнее, пытался запустить его, оно 18+ ограничение мне высветилось. Это последний пак? Сейчас добиваю. Асена, блядь, не могу тебя считывать, нахуй, приди в проход. А не надо. Я понял, нахуй. Я АФКшер. Там эти, ну, давайте чуть назад, или эти? Чай, они сюда не заходят. А там если в центре стоять и не бить... ОУЕ жестко, это все нормально будет. Все, там сейчас ластовый прибежит, и это все. Хуя там воет, топ хпс дает. Вот этого убейте, и все, можно ребутать. Умирать. Ты тут такой пачкой. Вообще бы умереть, нахуй. Угу. Ну, от большого норм, можно сдохнуть. Все, да, убили. Угу, да. Не все. Надо босса только агрить. Пожалуйста, все пролутали. От босса долго дохнуть. Мы умираем, да, от мобов, которые в коридоре. Yes. Да, убили. Это сколько? Скики воронок? 4. Ебать, это ни одно не выпало за этот пак. Ну да, вот вообще, то, что в комнате было, нихуя не было, в коридоре нормально сыпалось. Можно еще вот этих сагрить каких-нибудь. Ведите, да, что-то. Нормально. Под центурионов вставать хорошо, вот этих петухов. О, посмотри, минус сразу. Да. Но они, правда, к ним подбегать надо, потому что они встают сразу на месте. Ну, да, нормально. Умирайте быстрее все. Че, Вадикон? Или вы винст? Вы винст? А че, у кого-то есть мамонт, который... Ага, о, заебись тема. Вы умерли? Сдохните все и тело покиньте. Нахуя вы человека убили, блядь? Смотри, быстрее. Блядь, да, это случайно получилось. Он чихнул, короче, ударился лбом. Мордаун, ты умер, нет? Мордаун, чё ты стоишь? Или он умер? Нет, он тут стоит. Мордаун внести, да. Пиздец. А Ек тело не покинул. Ек, покинь тело. Нет, показывает внести, а вот сейчас. Мордаун. Я тебя внести. Ой, ёбаный в рот, блядь. Ёбаные волки. Мордаун, блядь. Где кик? Какие минуты ждать, блять, пока он вылетит? Или если он не в рейде с нами, то пофиг. Скажи. Все поменялось. 25. Там должен новый рейд создаваться. Не, нихуя, возгана ждать теперь, нахуй. Надо минуту, ждать. Он вылетит, блядь. Выходите, блядь. Может, проще лидера передать попробовать, нет? Не поможет? Да, там уже секунд 20 осталось, его выкинем. Ну ладно. Выходите все, алло. 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 Выйдите с инста. Алло. Мораль. Съебался. Алло. Сейчас я выйду. Я зашел, потому что начали заходить люди. Ну, которые ходят. Не пишет обновлено, типа, блядь. Нет, там нету мобов. Выходите.
Минута не прошла. А, ну Гоша уже тут стоит. Ну я рад за него, нахуй. Застава уже выкинула. Урод ебал, нахуй. Чё? Обновилось-то мне? Нет. Ну, теперь обновлено. Заходим. Вардаунт, блядь, ты куда ушел? Заходите, хуярим. Может, правда нам поделиться на две пачки? Да, это надо локов. 4 штуки. Я не чтобы знаю, мне... Чтобы две пачки по, блядь, 11 тел, это надо, да, 4 лока, и чтобы у двух из них тапки были. Не так сойдет, нахуй. Надо жадничать. Чё в этой жизни будет? Не будет оно быстрее, банк. Не надо, не надо. А зачем 4 лока? Чтоб нормально это проходить, а не чистить вот этот трэш, ну, блин, в 11 тел. 20 тел повеселее это чистится. А Ек, ты где-то? Да, в 20 тел это нормально чистится, это мы ли в 16 тел, окей. А Ек, нахуй, чё за хуйня? Ну, не в 11. Вылетел, блин. А Ек, отпиши в DC, если вылетел. Ульти инвайт вардаун там. У вас у всех ассисты есть, блядь, кинь мне, блядь. Он, чё? Где он там? Просто, ну, типа, мы сейчас первый круг, понятно, медленнее, пока все прилетали. Сейчас просто активно идем нон-стопом, вообще, не останавливаемся. Да, главное, чтобы никто не фкашил. Слава, ты там да сзади нову дай. Шмотки. Стоит этот лут. От вихрей, что подходили, еще не умирали. Нормально будет. Вот эту хуйню не хочу дать, вот эту, блядь, ткань, нахуй, всю хуйню, ой, ёбаный. Да поэтому решил мне ее закинуть, да? Так, а ты просто, это, попался. Ну, ты просто рядом я ее выкидывал, она просто в тебя прилетела, нахуй. Идем такие, да, по улице. Бухом, пакет с тухлым молоком тебе прилетает. Карман упал. Сука, я не хотел. Как видос второго по приколу вырубил, вот это, так живой, нахуй. Ну, ты так, по приколу. Сука, просто в натуре идешь такой, да, по улице, блядь, мусор с кармана выкидываешь, в ебло кого-нибудь попало, хуй. Ой, блядь, сори, так. Давайте идите, да, подальше, а я пока ману попью. Сколько мы, Слава, у тебя урона? 4, ёбаный урон, блядь, меня каждые 5 минут будут спрашивать, да? Да, 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 буду каждые 5 минут. Ёбаный урон. Можешь подумать, отдать их по сифене. Там в сурве Пасифеюшка, ты мне знаешь, что скажи? Урон. У тебя как там с онлайном? У тебя что-то реже стал онлайн. Чё у тебя там? АЕК нахуй. Миллион нахуй у меня воронок. Миллиард, блядь. Мультивселенная из воронок, блядь. Хуя-то. У меня столько воронок, что, блядь, пиздец. Работа до 6 человек тебе пишет. Ты вопрос задал. Работа до 6. Как минимум одна воронка, которую заливаешь. А у тебя навсегда так будет или какие-то дни есть хоть когда отдыхаешь? Какие-то. У тебя пятидневка или какие у тебя. Какой вид работы? Пятидневка. Какой вид заработка? Ну, то есть по субботам, воскресеньям у тебя нормально, да, может быть онлайн с 16 успеваем? Какой вид заработка, блядь, блядь. Ну, Вой так спросил, бля, как бы. Я осуждаю. Мне послышалось так, как минимум. Не знаю, что вы там подумали, хуйню какую-то. Я, блядь, такого не думал, нахуй. Так я тоже такого не думал. Ебать, вы выкрутились, вы меня еще виноватым сделали. Пиздец, Заханыч, блядь, о чем ты думаешь? Ошалел, ну, Заханыч. Бесстыдник, я вырву. Без страданий совести, блядь. Вообще, что ли? Вихрь, алло, блядь, милики, как дела? Бичи. О, хапал. Ууу, блядь. А я в мили-зону подошел, бану подбить и сдох. Ууу. Сука. Кринж. Короче, вот, можешь подумать, если чё, вроде как оно... Я подумаю, блядь. Я уже думаю, сука, я вообще всю жизнь думаю, блядь. Нет, это ты пиздишь. Даже когда сплю, думаю, нахуй. Просыпаюсь, уже что-нибудь придумал, нихуя думаю. А чё, Витя, у тебя два куска нет?
Нет, у меня есть, но она сурвета шарит явно больше. Ты ММ хочешь, типа? Только скиллованные люди пробегают лог и скиллованные люди, блядь. Типа, нет, просто она разбирается в ММе. Поэтому ей профит не открыть, нежели мне. Я типа тоже могу открыть 2Т5 на скилла. Я хуй знает АЕК, вообще без понятия. Так сложно, да, это типа, оно раз на раз не приходится. Кстати, да, там у тебя 100% АЕК приора не хватит, тебе... чтобы забрать сейчас третий кусок. Не важно, знаю. 20 чем-то приора очень мало, чтобы забрать. Блядь. Опа. А вы чё, ёпта? Чё, блядь, бомжи, нахуй? Нормально, бля, Рома встал. Все, сука, не всё, бегайте. Стойте, лок с нами, мы сейчас все сделаем. Я говорю, не бегайте, нахуй. Локи суманут там, блядь. Кстати, а мы как? Мы в Зайсе пойдем первого каратреса ебашить? Я не знаю, блядь, я хуй знаю. Я не знаю, блядь. Ну, как обычно, чё, рыба. Ну, как там... обычно пойдем, какая разница? Но. Каратреса вообще. АЕК, я хуй знает, блядь. Не знаю, блядь, кто зайдет, а может у кого-то, блядь, два куска есть, или три, или... Все зайдут, АЕК, все все залутают, не переживай, ты два куска полутал, сиди, отдыхай. Да. Да, будет приор 40 там или 50, уже можно думать. Ты про 4 куска вообще забудь, нахуй. 4 куска он только избранным, блядь, идет, нахуй. А приор 40-50 вообще тоже забудь. Сколько мне надо играть, чтобы я избранным был? Ну, хуй знает, ну 5 лет, наверное, нахуй. Я же говорил 5. Вот, видишь, тоже поддержал. Все, врываемся, я уже засчитовал. Ебаш. Там, блядь, не принимают сумон, нахуй. Че там АФК стоите, сука, я сумонил, блядь. А че, Fire 2-4, 2-4, 2-5 не играет? Вроде как нет, там что-то хуйня какая-то. Ну, а почему? Я просто так прикинул, вроде бонус-то не особо. Из-за метеорита, из-за ебучего. Он же мусорный вроде как. Мы... АЕК, видишь, ты не так давно... Я не буду опрометчивая, ну, сломя голову, тебя по 4 куска. Мы это будем... Надо других людей тоже пододевать, потому что они сидят вообще некоторыми с кусков. Типа, да, еще не рапнутые. А нам по 4 куска надо. Да, их еще и апать надо. Вот мы и сидим здесь, вот чтобы бы, вот бы про элемов бы так думали, блядь, что элемов апать надо. Не, их не надо апать. Ты видел, какие у них няшные сейчас эти маленькие пиздюки бегают? Ну, только это же есть твой токен. Там у тебя ханты, локи, кто еще? ДК. ДК, но. И Витя будет забирать куски, а он, там у него приора 55. Типа Invisible у нас есть еще. Invisible, Invisible еще есть, с двумя, да, кусками, Пасифея с двумя кусками, да? Да, то есть там пока можно даже не думать, там у них 4, у всех приора много сейчас. Консилятора вообще 4, нахуй, да. Вы упускаете топ ДПС просто. Все правильно, потому что элемы в 4Т4 ебашат, что не в себя, нахуй. А 4Т4? Ну вот, оставайся. Этот... Этот самый... Я хочу вам немножечко такую хуйню сказать. Вот Керус, Мэтфокс, Вадикон, Друид Инвалид. У вас сухой бидон из Ирэла, нахуй. Обратите на это внимание. В самостоятельном режиме подкидывайте ману. Не пулем. Потому а, что... ну, можно ману кинуть. Потому что пачка вон стоит, боя, и поесть нельзя, и закидывайте, потому что, ну, им хилить надо. Зрело топорик свой достает и пошел пиздить мобу. Так я так и делаю, блядь. Ну вот, видишь. И клятву, чё, клятву джагу можешь кинуть. И клятву. Да, да я все делаю. И клятва, нахуй. И я понял. Ну, у тебя хосты 5000, наверное, потому что ты проебываешь ману очень быстро. Нет, 1000. 1000, ну... так это мало, блядь. Нормально, блядь, контент можно проходить. Хуйня. Бомжа какого-то привезли сюда, смотрят, блядь, да? Я говорю, я хпалом захиливал 500 хосты на 30 минут. Да неприятно в 500 хосты хилить. Просто неприятно. Просто ИВК-25 захиливал, 500 хосты, нахуй. Вот так ИВК. А ну ба, нахуй. ИВК, нахуй. На актуале, нахуй. Не сейчас, а на актуале, блядь. Я в Т10 на РШами захиливал. Когда его на серве... Убивала одна гильдия, она. Да, да, захиливается. Да я в Т9, лича убивал. Там дохуя зависит от того, кто с тобой хилит, блядь. Мне недавно Рестер Друид писал, короче, в гильдию по добору. Угу. Я его там поспрашивал, что-то. Он говорит, я говорю, ты 4 есть, там все, че кого? Он говорит, нет, я типа в Т9 играю, мне говорит, мне больше нравится, он профитней. Я был в этой, как она называется, нахуй, я уже не помню, блядь.
Сука, я уже много одно время в трех гильдиях одновременно сидел. Ну, когда вот ИВК после экзальтидов я ушел куда? Ой, какой-то был. Сука, я даже название не помню уже. Вот после того, как Накс открылся и месяц у льды прошел, я, получается, свою гильдию распустил. Вот, челики там просто на РТ не переходили. Они думали. Они думали, короче, что мы придем у льду и все закроем нахуй. А в итоге 4 часа там несколько боссов, только 2-3 босса убивали. Настолько льда сложная была. Ну, никто нихуя не знал там, что делать. Я помню, нахуй, трехдневный Ноксрама с пугами, нахуй, ебать. Да, она переяпанная была. Ну, там, не то, что не знали, она была переяпанная. Килограмм математически не убивался. Не, он первый день. Не-не-не, он убивался, просто там... Это то же самое, как на Личе надо было, чтобы прист засчитывал именно всех под заражение. Там то же самое надо было делать, просто по КД. Не, у него просто первый день урон был баганный, он убил сквозь всё. Первый день-то это хуйня, я говорю, уже месяц, когда прошел. А, ну месяц, да. А я про первые дни освоения там пиздец. Вот там после... первый день половину боссов были чисто математически неубиваемы, как вот ребро в гере. В какой-то гильдии я был после экзальтидов, вот, я не помню, как называлось, но там надо по видео искать. Все, вы стоите тут, я пойду в свою точку стану. Потом я открыли... Пришел Гринхелла я был, нахуй, да кахуля, как приходить, он взял и создал. Что-то ты не там встал, братан, тебя, по-моему, расхуярит. Гринхелл, блядь, и вот до них еще какая-то, сука... Не должны. Гильдия была. Вообще, их можно спулить и так, чтоб этот танк сделал. Я могу по триксами спулить. Не-не, все, да нет, там, стой, напуливай. Вот я там я играл. Своим глазом там сейчас. Блядь, а нахуя вы тут как прокручу? Ходите, вас же хилить неудобно, блядь. Вы стойте, нет, чтобы вас с прохода было видно, вот с этой дырки. Внутрь все вообще зайти, они придут. Да, да, я тоже не придут к вам. Нахуя вы выходите, это вообще большая загадка. Ну, потому что воронка там есть. А, отказаться понятно. Надо. Первая, да, за этот заход? Я, короче, Глеб, да. Хуй знает, где ты стоишь, но я тебе каску кинуть не могу. Да а не вот надо, слева, я тебе, блядь, сказал! Я ничего не делаю, все равно, я, блядь, АФК. Нет, меня просто поле павера бесит, что я не кинул один баф, нахуй. Мне это высечется, мне это бесит. Ну все, давай ему ГП въебем за это, нахуй. Да, въеби ему нахуй 25, блядь. Ну, за хан еще въебите 25, заебало, нахуй. За то, что не забафал тебя, да, через стену, нахуй. Но, блядь. Да не забафал. Черт, получается. Пошел ты в жопу, ты еще и хилитин. Все, иди нахуй. Не, меня тоже триггерит, что я щитки кидаю, а на него не могу кинуть, сука, за стену. Да, да, да. Я говорю, еби ему ГП, хулё. Ну да, ну да. Это неуважение чувства хилов, да? В натуре. Хилы пиздец. Он много сейчас идет, сейчас массакру будешь жрать за Ханыч. Я уже обжал. Ой, там еще идет. Я главное, видишь, трачу время полсекунды, чтобы на тебя мышку навести и нихуя не получить. Да, я ГКД. При этом кто-то сдохнуть может, понимаешь, блядь? Мы можем проебать людей просто в рейде, да? Ты это? Не выебывайся. Ты за Ханыч там, блядь, по карандашу ходишь, мне кажется. Так. Слушай, на мох. Как раз таки по карандашу ходишь ты, а не я. По кожаной плеточке такой проходишь. Нихуя, смотри. Смотри, что пишут. Хилы моча Святоса проебали. Ёбаный в рот. Это ты виноват, короче. Он за стенкой был, не ебёт. Это ты виноват, Заханыч. Это те полторы секунды потерянные, да, на локе? Это вот потерянные полторы секунды. Я даже не понял, как это произошло, блядь. Просто тяну мышку, чтобы Ассену за. Блядь, да это воин, он просто мискликнул по чарджу. Ну, просто чарж будешь покинуть тело, да, я понял. Да-да. Он что-то там писал, но я уже не прочитаю. Зеленая эта хуйня в чате. Всё как обычно. Не ебёт, теперь я красный, блядь. Я понял, блядь. Ну, месячное дело такое, Заханыч, ты там главное, держись, блядь. А я тут при чём? У нас девочки в рейнде. Я не знаю, при чём. Не выражайся. Нет, так я-то не... В смысле, блядь? Слово месячное — это запретное слово? Да, вообще опасно. Я сдох, стоп. Я понял, нахуй. Нихуя. А вот нехуй, блядь, я всё... А выйдите, Берни, сюрприз.
Да? И Маша Крусинский ебится. Ага. Если есть. А там еще пак идет въебу, эти в натуре всю. У меня КД сакра, а. Че вы так агрите сильно быстро, ебать? Да, пачка огромная, блять. Ну. Огромная, блядь. Ты что там, блядь, прохлаждаешься, блядь. Кое-что другое огромное. Ну это ты уже там где-нибудь в другом месте оставишь. Это уже там, блядь. Это ты уже потом профы скинешь. Нихуя. Мардаун ты в личку. Как это называется это слово? Дикпики, да? Или как это называется? Дикпики. Пиздец, блядь. Модные слова какие знаешь. Так, прогрессивный, да, Войт? Слава, дикпик, нахуй. Дикпик. Слава, дикпикус. Так знаешь, сука, девчонки, они же жалуются, говорят, типа, блядь, ну, заебали эти пацаны, типа, ну, все в игру играют. А кто жался, я не помню, ну, кто-то из девчонок, то ли через минуту, то ли какая-то другая. Говорит, блядь, говорит, мне это присылают, говорит, дикпики. Заебали грибы, блядь, присылать. Шампиньоны эти, блядь. Походу реально там под колесами какими-то войсы. Какие колеса, нахуй? Я не знаю, ну, я думаю, парочку ЛСД ты точно закидывал. Не, я просто, ебать, я отдохнул, заебись. Поспал, блядь, нормально прям. Нельзя тебе так отдыхать. Сука. В тонусе тебе надо быть. Нихуя, не уставшим вообще хуёво. Что, там есть еще мобы? Есть, я лежу. Резаем сначала. Сосу. Ну да, там вы резните. Я через стену не могу резать, нахуй, лежу. Слева. Я понял, резать. Лежи, нахуй, ёбан. Не получается. ГП за рез. Я через стену не могу, нахуй. Зашел за стеной, сдох, нихуя. Интересно. Вообще просто... становится чуть типа из комнаты, и тогда проще водить в том плане, что пошел ауешка, жопу, блядь, не льет, да. Блядь, через арку. Пошел ты, говорит, в жопу, да? А так, о, в твою? Нихуя. Ебучий, а можно в твою не надо? Не, мою не надо. Твоя-то при чем? Чё, дикпик успокаивается, ну, дикпик. Пиздец, блядь. Нормальная кличка. Это нихуя. Ой, ебаный урод. Нахуй это сказал? Зайд. Потому что фрик старый. Франца фрик. Че интересно, девочки, они у нас все молчаливые. Юля, Леночки нет, она ушла. И Пасифея. Потому что дикпик. Почему? Не твое везение, что они молчаливые. Нихэ. Еще не послали за такую хуйню. Нихэ. А кто ты знаешь послали? А может бы они так же рофили бы сидели? Да, в натуре. По идее все, можно дохнуть. Может они дикпики тоже бы присылали. Все, пусть. Че, все, всех пролутали? Слава, блядь. Чего, блядь? Был бы пиздец. Бля, это все нахуй. Это дурка, блядь. Посещай силе, подключайте нахуй, иначе это пиздец. Ну, покупайте разъебите, микрофоны. Разъебите их нахуй. Да, какую-нибудь там, не знаю, женскую хуйню какую-нибудь. Чтоб мы все охуели тут. Блядь. За феминизм. За семинизм. Не, вот, феминистки это, конечно, блядь. Каждый бы кирпичом голову распаялил, да? Бля, нет. А еще не ляли посифея, феминистки, блядь. Нихуя ты себе приговор подписал, блядь. Пиздец, Аханыч, ты уже все. Да они тебя просто в тетрадь смерти запишут, нахуй. Ты че, нахуй? Ты откуда? Тебя уже продали, там можно сказать. Он не Юля, в принципе, тебе с такими запросами в Таиланд, нахуй, надо слава, блядь. Нихуя себе, блядь. Ого, блядь. Пойду, отойду. Не поеду я туда, нахуй. В Таиланде тебя там, блядь, научит тому разуму. В натуре, прикиньте, дед приедет, такой, таблетки не выпьет, встать начнет, а там трапа, нахуй, и все. Ну а чё, блядь, делать? Ну уже оплачено, как бы, блядь. Друг, ты инвалид. Ты сдохни, ёбаный в рот, хули ты стоишь? Знаешь, говорится, это вот, что уплочено, должно быть проглочено. Нихуя. Ёбаный в рот. Нихуя себе, блядь. Ты меня поражаешь. Пиздец. Ебать. Ну, Законыч, иногда ты меня даже пугаешь. Ну, реально такая пословица есть. Сука, кто там не вышел, нахуй?
Вы что, дрочите, вышли, что ли? Один, все один, вышли. Он инвизибл вообще замутился, ему заебало, то хоть он слушает все правильно. В натуре, блядь. Так, надо, блядь, хотел сказать дикпик, блядь. Я три не хотел зарядить. Какую-то надо ему говорить. Проверяй, нахуй, там обновился ты или нет, блядь. Хотел сказать, блядь. Так, блядь, писало обновлено. Я уже зашел, и тут мобы стоят. А вы почему-то еще до сих пор не заходите? Блядь, а он сидит, дикпики, ты не заряжает, блядь. Ебаный урод. Дикпики заряжает. Ну. Сука. Одну рукой щитки кидает, а другой дикпики заряжает, блядь, на телефон. Главное, чтоб не дипфейки, блядь. Узбекский. Бог. Ну ты как у них там? Кавун по-узбекски, что это? Арбуз. Арбуз. Так это еще и по-украински тут. Там, да, мы как-то разбирали. Все, можете пулять, верю. Кавун. Я бы кавунчика и давал. А там, короче, то ли турецкое, то ли что, там, короче, наоборот идет, что кавун это, короче, это. Дыня, нахуй. А гарбузы это наоборот, нахуй, это. Ёбаный, нахуй. Арбуз, блядь. Не, гарбузы дыня, нахуй. А кавун арбуз. Подожди, или как? Или наоборот. Короче, там в каких-то языках оно противоположно, типа. Ну, кавун это арбуз, нахуй, всегда. Вот, так, а есть где кавун это дыня, короче. Вот. Вот, видишь, Аняк пишет. Я говорю, это разные языки, и есть вот где эти два слова, они противоположны, короче. А хули удивляться, блядь, вон. А, так он говорит каун, а не кавун, блядь. Ты, так ты... а какая хуй разница, блядь? Большая, так, а нихуя. Звучит одинаково, нахуй. Ну это надо эти языки смотреть, там точнее уже вон в интернете. В интернетах этих ваших. Наших. В наших. Почему? Почему вот это вот дети в школу приходят, да, вот это с оружием? Mm. Это все компьютерные игры виноваты. Так а почему? Ну не, ну типа тут игры, понимаешь, да. Ну хули игры. Понимаешь, тут несколько вариантов развития событий. Вот ты чё? Тут все по-разному бывает. Не, бывает реально пацанов достали там, и они пошли там что-то стрелять, блядь. А бывает это и подготовленная хуйня. Причем эта подготовка не просто так, нахуй. Те, кто ее делает, это, блядь, ну, просто профессионалы, блядь. Они и там... Подготовку, да. Ну как? Не к расстрелу. Ну как? Обрабатывают человека, то есть его... Профессиональная обработка. Обработка, да, так, а такой хуйни дохуя существует, чё удивляться, блять. Вон. Промывка мозгов, там все дела. Есть кого к самоубийству кидают, вот к этой всей хуйне. Ну, дохуя разных этих занятий. А вот тоже. Как его был нахуй. Синий. Что там, синий, блядь, че как эта хуйня была? Ой, блять. Ты что, решил там, блядь, на 13-й год вспомнить? Или какой? Какой 13-й, блядь, а вот не какой-то, блядь, вот. Не, ну там же. Это вот надолго длилось относительно. Ну, может, она длилась и долго, но прям такая ярая хуйня была вот относительно. Ну прям ярая, ну. 15-16, наверное, года. Да нет, 17-й. И на раз заливайте, вот бидон сухой. И Израиль тоже парочку. 17-18, так было. И каждую свободную секунду, вот пока челики бегут, подпивайте ману там, блядь. А не пиво нахуй. Или не только ману. Не только можете пиво. Водочки. Ты ж прикинь, чекушку чисто. Тут, короче, нихуя. Это. Значит, как он называется? Ну, оборонная вот эта вся хуйня, типа. Ну, начинает все расширяться, все вот это. И, короче, прикинь, простой грузчик. Он, короче, сейчас по 100, там, по 200 тысяч получает, нахуй, прикинь. И, короче, водила такой. Ну, водила, хули, сидишь, водишь машину и все, блядь. Ну и такой водила подъезжает, говорит. Блядь, говорит. Получил аванс, короче, 13 тысяч, нахуй. Ну, аванс, прикинь, там, третий или на четвертая зарплата. И такой, говорит, грузчики получают 86 тысяч, нахуй, аванс. Ну и, короче, тут у него у грузчика спрашивает, ну чё, по пивку на выходных, нахуй? Да какое нахуй пиво, говорит, мы, блядь, коньяк, нахуй, ебать, сразу, нахуй. И тот такой, нихуя, и у меня аванс, говорит, 13 тысяч. Ну, короче, пиздец, переворот какой-то, нахуй.
86 тысяч, нахуй, аванс, нахуй. Ну да, то, что грузчики на конях перешли, это вообще какая-то хуйня. Это пиздец, я вообще охуел. А вы не завидуете, блядь? Нет, если завидуете, идите грузчиками работать. Не, хули завидовать. Может, там, понимаешь, там опасность, все с опасностью сопряжено, то, что там то снаряды, то еще какая хуйня вот эта вся. Ну есть, да, разная хуйня. В этом плане. В этом плане, да. Может быть, за это, ну какой-то же процент должен быть человеку платить-то надо. Это ж тебе не молоко, нахуй, грузить. Угу. Подожди, может, за это, блядь, поддоплачивать. Че, высох опять? Так я сколько иннер-то не просил. Тут... Второй иннер. Только не спульте мобов. Тебе надо кличку дать сухой. Нихуя, в натуре, кстати. Блин, это второй иннер, нахуй, за три круга, блядь. Мне кажется, бидону надо переделать своего шамана сухой, нахуй, чтоб там не хай. Сухарь, блядь. Вот бидону реально, блядь, надо. Или дать плис, да? Или дать, да, иннер плис, или дайте иннер, какой такой ник. Иннер, дайте иннер, нахуй. Энерджайзер. Чипать, они тут как-то разлетались, типа, по-китайски. Блядь, окружили, нахуй. Вау, сколько... И слабзаются там с друг другом. Воронок, нахуй. Все посмотрим, блядь, 5, нахуй. Нихуя, просто заход одна воронка, что за хуйня вообще, да? Бывает. Бывает ноль. Кринж, нахуй. Блять, тут моб летит, успею, интересно добежать, нет? Да что такое, Ейк, он же ответил, 5 у него. А, он задрачивает, я понял. Он задрачивает, скорее всего. Надо его задрачить, мне кажется. Надрачивает, наверное, скорее всего. Сумоним. Может и надрачивает. А чё ВПХ, блять, урги, блять, накурились там? Давайте уже, блять. Уронок. Сейчас посмотрю, блядь. 5 штук, нахуй. Это знаешь, как в этом ебаном большой куш, нахуй. Чарли, скоро там сосиски, 2 минуты турецкие. Проходит еще, блядь, 3 минуты, нахуй. Чарли, ну сколько там сосиски? 5 минут турецкие, нахуй. Блядь, 2 минуты назад ты сказал... А, 5 минут назад ты сказал, будет через 2 минуты. Чарли, ну скоро там сосиски, блядь. А как в Шрейке, помнишь, блядь? Ну что, приехали? Ну что, приехали? Что ты вспомнил? Я один раз начинал смотреть эту хуйню, не вывез. Так легендарный мультик вообще, ебать. Я только первую часть смотрел, остальные части не смотрел. Я его больше смотрел. Не надо. Да, больше, ну его нахуй. Больше. Меня прям замораживает. Не, ну вторая еще более или менее, а вот дальше. Как тебе сказать, я повзрослел уже в то время, блядь. Это получается, в каком году он вышел? В 2001 или 2000 где-то, да? Шрек вышел первый. Да, ну где-то такое, да. Ну допустим 2001, да, я вот 92-го, это получается 2001 мне было 9 лет, блядь. Тогда еще ладно, но потом уже все что ближе к там 2002-му, 2003-му. Мы же про Шрека, который диснеевский же, правильно? Или ну да, другой есть? Я хуй знаю. Он 2001-го? Чего нахуй? А в каком он, блядь, вышел? Бля, ну загуглите уже, чтоб наверняка. Загуглить, я когда вышел? Бля, ну максимум в 2002, блядь, ну посмотри. Подожди. Давай, Заханыч, ты один хуй сухой нихуя не хилишь. Вот, да, я уморачивайся. Я уже альтамнулся. 2001, вон Святос написал. Типа, блядь, это мне 9 лет было, представь, тогда еще, да, можно было посмотреть. Мы смотрели, как бы, блядь. Но потом, блядь, я тебе скажу, нахуй. Ебать, 2001? Ну. Да. Тебя тогда еще не было Захарыч. Я тебе еще удивлю, в этом году вышел Властелин колец, нахуй, первый, а в 2002 второй и третий, по-моему, да? Или второй, а в 2003 третий. Там год разницы. Да. Первый, второй, третий. Представь когда масштабы. Меня еще не существовало, так что... Да, ну вот видишь, нахуй. 9 лет, короче, Хоббит вышел. Ну Хоббит это уже ебать, там книжка тоненько такая, Хоббитсы. Там 150 страниц, нахуй, её на три части сделали, я вообще в ахуе с них. Ну типа пососать денег с франшизы, блядь. Я бы не делал, нахуй. Не только. Я бы одну часть сделал, то что не сделали, это все ебанина. А вот эти кольца власти вообще, одни спецэффекты, нахуй, никакого смысла. На самом деле, очень-очень обидно, как они Star Wars испортили вообще просто. Star Wars, мне понравилось только в этих, как он называется?
у в новых власти, ну кто смотрел, кто кольца власти, когда вот эта вот баба, нахуй, которая эльфийка, это Галадриэль, блядь, когда она промокла на корабле, нахуй, у нее сиську было видно, ну сосок на сиське было видно. А, понятно. Он просто ворса, а будет про свое. На сиське. Поэтому тебе и понравилось, да? Нахуй. Извращенец старый, нахуй, блядь. Разбери. Он там разглядывал уже, там до спины делал. Я не разглядывал, я просто он, обзор. Либо в худилку скидывал. Он еще, короче, еще стопом это на леди, да? Вырезал нахуй этот момент, типа, короче, и рассматривал. Нет, это я обзор смотрел, там челик, короче, ну, то, вот эту хуйню, как вы да, говорите, да, замедлил там. Да, обзор смотрел, блядь. Да и подборку себе свою делал. Кому ты рассказываешь, блядь, обзор он смотрел. Ой, блядь. Обзором смотрел. Как обзор мой назывался? Ну вот этот кольца власти, говно какое-то там, что-то там, блядь, хуёвая, блядь, франшиза. Рыганина, блядь. Там никто понять не мог, кто вот этот мужик, который этот... старикан-то с неба упал, нахуй. Я думал, это, короче, Саурон, нахуй. А это оказался этот, ёбаный, кто он? Типа Гэндальфа, ну такой маг, нахуй. Это не Гэндальф. Ля, ну давай так. Это не Гэндальф, это какой-то другой маг, нахуй. Ну, типа из разряда, как Гэндальф, такой же тип. Вот. Это не есть Саурон. Это не Саурон, блядь. Саурон мужик, который на корабле, который, когда она это, прыгнула в воду, когда она в рай в этот не стала убегать, вот эта баба, и она попались ей эти мужики на обломках, и вот там и был вот этот Саурон. Че, не смотрел, что ли? Так, мельком. Ну такой волосатый мужик был. Ему еще говорят, я, говорит, с юга, да, нахуй. Ну вот он и бил Саурон. Но по книге, по-моему, он не мужиком, но он. У него тоже он разные обличия мог прикидывать, вот этот Саурон. Но он прикидывался эльфом, нахуй. Че. Прикидывался эльфом, а не вот этим мужиком ебаным. Короче, хуйню сняли ебаную, блядь, парашу, блядь. Мозги засрали всем. Я бы, блядь, лучше снял. Даже я, нахуй, я бы лучше снял. На те бабки, да? Нахуй. Я тебе говорю, блядь. Я бы просто бабки залутал, да нихуя не снял. Они бабки залутали, и вот как ты говоришь, нихуя не хуйню сделали, блядь, и радуются. Там, блядь, Толкин в гробу переворачивается. Мне кажется, блядь, надо так. Мне кажется, второй сезон, если они снимут такую же парашу, блядь, там, блядь, этот, вылезет Толкин, нахуй, воскреснет с мертвых и им пизды всем даст. Он такой, вы что, суки, охуели, да? Там же кто-то еще прикупил права на франшизу Толкина. Ну, истории. Может быть, на игры? Не, я не слышал. Я не помню игры, по-моему, а по-моему тоже что-то снимать собираются. А. Не, ну если этот сериал. Я не знаю, вот хуй с ним, с неграми-эльфами это похуй. Поебать. Ну, люди хотят, да, быть эльфами. Ничего страшного, блядь. Это все похую. Это меня прям вообще не беспокоит. Но вот насколько они сделали это убого, блядь, это пиздец. А я что-то по-моему не сел, блядь. Да я вижу. Негры-эльфы, блядь. Сам бы прикол. Аккуратно там. Самый прикол, что негр-эльф, он похуй. Пусть он будет негр, пусть он будет эльф. Но, блядь, почему он лысый, нахуй? Почему, сука? Массакру скоро даже заканчивать. Уже. Уже. То есть, что он пидор, тебя не смущает, да? Он, по-моему, не пидор. Там был же он с какой-то бабой, типа, корефанился. Значит, он не пидор. Гетеросексуал. Про что сейчас? Про «Властелина колец», блядь. Это сериал или... Да. «Кольца власти», которые от Амазона недавние. Я не знаю, я посмотрел, ну вот честно не хочется. Вот старую, я бы посмотрел. Сейчас в новые фильмы, сериалы, они везде стараются засунуть пидоров, негров, блядь. Не, ну да пускай засовывают, просто при этом фильм не должен страдать. Вот знаешь, был... Да не. Заебал бы нахуй голову, блядь. Да против негров... Главное, ничего хуёвого не сказал. Против негров ничего не имеет. Но когда, сука, они вот это пропагандируют какую-то Россию... Я тебе скажу, какой мне фильм... Везде, где можно, но это раздражает. Слышишь, я тебе скажу, какой мне фильм... Вот даже, например, был фильм, где Вигго Мортенсен снимался, знаете, который Арагорна играл. Вот, я не помню, то ли «Зелёная книга», вот, вспомнил. Я посмотрел, хуй с ним. Там был негр какой-то, пианист, да? И он пидором оказался. Ну, прям... Прям это не показывали напрямую, что типа вот он там все там долбится, типа, ну, где-то чего-то там, то ли мусора его там побили, то ли что, этот его забирал. Но не было акцентировано внимание на том, на вот этой хуйне пропаганды, то есть не было. Но фильм, да, хороший в этом плане. А какой там сериал от Marvel выходил, блять,
Шан-Чи легенда... Я такую хуйню не смотрю, нахуй. Марвел пусть нахуй. Подожди, я просто рассказываю. Шан-Чи 12... легенда 12 колец, это что-то как там называется? Ну, да. Какой-то фильм волнометражный. Да, не... А, колец. А или, или фильм, да? И там просто... Просто сцена, нахуй, как два негра сосутся, блядь. Просто. Короче, нахуй. Присылаю еще один пак, я надеюсь, у вас есть массакра. Нормально, да? Никак, как бы, ну, ни разу пропал. Это последний пак сейчас будет. Я ебал такую хуйню смотреть, не. Ну, это ж пиздец вообще. Не, ну я тебе скажу, вот знаете, фильм есть «Улетный транспорт», нахуй, где, короче, этот был негр, он в самолете летел, и то ли он срать сел, то ли что, и там... Его затянуло, там, блядь, собаку уебало, да? Да-да-да, и там, и там он на суде такой сидит, блядь, говорит, ну, он, короче, выиграл в суде там кучу миллионов, потом свой самолет построил, короче. И там, короче, этот... Тогда гимн опять... какой-нибудь. Опять собаку уебала, да вы чё нахуй, Джон Уик, ты тут? Слышишь? Ну он там нихуёво отсудил у них за своего пёселя. Слышишь? И свою авиакомпанию откуда. А ты видел? Нормально. Ты видел? Не, вот этот фильм, я там вообще не против негров, типа, они вообще красавчики. И вот даже там был пидорок вот этот, кто он, официант, типа, вот, в самолёте. Даже как-то, ну, прикольно смотрится, то есть, ты его не хейтишь, ничего. Ну, пидорок, ну, такой, блядь, с голоском просто. Но то, что он долбит, никто как бы и не знал, мы мелкие были, нам было вообще похуй. Вот, а сейчас как-то, блять, по-другому акцентируется. Вот эти, чтоб сосались люди, нахуя вот это показывают, нахуй, мужики с мужиками, ёбаный в рот. Ну да, да, типа. Пусть сосутся. А ты видел, как этот ёбаный, как его зовут, рэпер этот, блять? Рэпер. Вот в этом транспорте. Да и нахуя, какого именно ты имеешь? Сука, а чё, Снуп Дог. Чё делаешь, будет? А, что там сдохнуться хотел. Снуп Дог, там его взяли, типа, этим, пилотом. Он пилотом был, блядь. Умираем. Ты видел, как он пришел такой, и этот челик его спрашивает, ну чё, говорит, траву принес, а тот, ну, за спиной такой мешок. Да, говорит, целый мешок, нахуй. Сука. А как он в конце, говорит, самолет надо садить, нахуй. Я, говорит, не знаю, нахуй. Говорится, хорошей травы должно быть чё, много. А чё за хуйня? Чё вы согрели эту хуйню всю? Так всё, умираем. Да, а, умираем. Блядь, я щитую продолжаю. Да, всё мы выложим. Две воронки, что ли, выпало? И не такое раньше, было? Что... У меня 6 воронок. Типа, получается, одна выпала, да. Охуеть, блядь. Ну, бывает. Бля, Юля, мы с тобой, походу, не сдохнем. Смотри, мы бежим за мобами, от нас убегают, нахуй. Ну, блядь, я вообще в трапе. Да вы не за теми там мобами там бегаете. Проще больших сдохнуть. Идите больших, сагрите вот этих. Ну, вот там в контроле будете полгода стоять. Да, патруль вообще. Сдохните быстрее уже. Да, нас тут типа осталось от 3 человека, они могут уже от патруля умереть, не успеют их законтролить. Да, давайте, вздыхайте. И выходите с тела. Ебать тут мамонтов. Наплодили. Кто там не умирает еще? Там еще два тела было. Неаполитан. Неаполитан. Они АФК, наверное, нахуй. Почему он бегает? Пиздец, а урги? Урги стоит сейчас. Пиздец просто, блядь, я хуею с вас. И мы вот это вот ждем, блядь. Так они мобы развернулись и ушли, блядь. Ну... Кто-то заскочите, Алара, спульте и все. Алара. Все умер. Пиздец, ну чем, блядь, так время, блядь, не уважаете? Кто это? Тут летает. Где АЕК? Где АЕК, нахуй? Не? Сука, АЕК, нахуй, тело покинь, нахуй. Амбрелла, ебите его. Пиздец, блядь, ну как так можно, блядь, как ты заебал, нахуй? Ну то теперь ждать. Короче, нахуй. Урги тут? Ушел что ли? Изы. Ну ладно, нахуй, хули я, блять. А хули нам, ровным пацанам? И не только. Час, минута, нахуй, еще не прошла. Опа, сюда деньги. Че нормально, блядь, отходить, нахуй, когда хочешь, блядь. Надо инст обновить. А мы ждем вместо, блядь, 10 секунд, нахуй, по 5 минут эту хуйню.
Я отойду в магазин. Нормально, нахуй. Ну ты без ИП будешь. Так, вроде должно обновиться было. Нет, обновилось. Вот теперь обновилось. Заходим. Сколько это? Пятый или шестой заход? По-моему, четвертый. Что, заход? Да. Заход, да, приход. Да, четыре воронки, одна воронка. Четыре воронки.